Спасибо всем, кто не чёрт с сердцем, не чёрт с душой, потому что как бы ни было сегодня, какая бы ни была ситуация в Украине, но мы должны думать о своем будущем и лучшем будущем. И война скоро закончится, и я просто верю в это. А меня Лиза Виперецкая. Мы вам желаем счастья, здоровья, чтобы у вас была большая, здоровая, счастливая семья, мама и папа. С Днем Святого Николая! Я хочу пожелать всем-всем детям счастья, здоровья и самого главного – это хороших маму и папу. Всех с Днем Святого Николая! Привет, меня зовут Андрей Бойко. И всем привет, дорогие дети из детдомов. И я хочу вам пожелать здоровья, любви, счастья, и чтобы каждый ребенок во всей Украине и вообще во всем мире нашел свою семью. И главное, что мы все вместе, Украина, мы все вместе, мы все поможем. И если что-то не так, обращайтесь к нам. Мы вся единая семья, Украина. Сегодняшним концертом мы показали пример и привлекли людей. Еще раз таки донесли такой месседж, что не будьте равнодушными горю других людей. Мы все братья, и мы должны как можем поддерживать друг друга. Дорогие дети, меня зовут Эмма Хамза. Я желаю вам в первую очередь счастья. И самое главное – это здоровье. И, конечно же, для всех людей мира во всем мире. Здравствуйте, дорогие детки, меня зовут Назарий, и я бы очень хотел бы вам пожелать, чтобы вы нашли свою семью, свою хорошую, счастливую семью, которая вам поможет в самую трудную минуту. И, конечно же, чтобы вы никогда не видели того, что сейчас происходит на Востоке. Поэтому я желаю вам счастья и здоровья.